Приветствую всех, с вами Феномен. Сегодня мы поговорим про такой проект, как Dagon Reborn. Ну, точнее, просто про Dagon. Про их токен, как не поймать FOMO, не участвуя в этой всей теме, потому что будут аирдропы, наконец-то листинг токена на Bitget'е. И вообще поговорим, что это за проект и что я вообще тут рассказываю. На самом деле тема очень интересная, и я 100% буду в этом участвовать и решил записать такой видос, с вами тоже поделиться. Разберем весь, собственно, проект, кто там за спиной стоит у них, что у них за партнеры. Посмотрим немножко геймплея там прошлого, расскажу вообще, что это за игра, потому что, ну вот, смотря на это, кажется, типа, что это вообще такое? Слишком много буков, ничего не понятно. Но на самом деле очень крутая тема. Ну, начнем с того, что планируется сейчас второй, так сказать, сезон. Это как раз-таки Dagon Reborn. Да, это уже была вся вот эта вот компания, да, с мемным токеном Dagon. На самом деле игра, ну, если ее можно так назвать, она мемно ориентирована на всякие криптоприколы. То есть там про ЦЗ, про Илон Маска, про, вся, ну, про всех вот этих вот, собственно, держал крипты и так далее. То есть самых вот этих главных и популярных людей среди всего, так сказать, сообщества. И ребятки из Дэгона решили сделать вот такую мемную игру, где вы покупаете билет, создаете своего персонажа, там прокачиваете ему атрибуты и проживаете какую-то жизнь, за которую вам дают, собственно, вот эти поинты Дэгона. Типа, чем дольше ты там прожил, чем больше ты там как-то взаимодействовал с какими-то там крипто-вещами, да, тем больше тебе даются этих токенов. Затем ты можешь их стейкать, получать за них билеты и участвовать в разных аирдропах. И аирдропы тут многие люди ловили просто какие-то колоссальные. В прошлом сезоне были ребята, которые там покупали один билет за $3. В сети BNB это все происходит. И типа чел заходил, покупал этот билетик за 0.001 BNB, но при этом выигрывал типа из разряда там 3000 баксов, хотя потратил всего там 3.5, по-моему, или сколько там это, если конвертировать. На самом деле, ну понятно, что это какая-то лотерея, да, то есть такая даже попахивает какой-то полу такой, знаете, скамной истории. Но на самом деле за всей этой темой стоят достаточно, ну, такие хорошие ребята, которых, во-первых, поддерживают тоже большие какие-то инфлюенсеры. И первый запуск очень хорошо себя показал. То есть они там собрали порядка 130 тысяч баксов, которые, собственно, разыграли. То есть, возможно, ну, они собрали, наверное, побольше, но тем не менее, то есть они раздали примерно 130 тысяч баксов просто вот тем, кто участвовал в этой всей движухе. И сейчас вот будет второй круг, на который многие на самом деле надеются, и многие ждут этот проект. У нас, кстати, его шилили, ну, прям очень мало людей. Там, по-моему, Криптон что-то постил у себя. Знаю, что Криптотележка тоже там что-то немного про них заикалось. И то это было связано, потому что они там сотрудничали со всякими Link3 там и другими проектами. Но в целом, во-первых, игра, ну, мне чисто не особо интересно, то есть всякие там мемы про крипту, потому что, ну, мне именно вот как трейдинг не особо интересно вот это поле именно какого-то трейда там монетами, токенами и так далее. Мне больше интересны Play to Earn, да, проекты и там NFT-шки, но у них, кстати, тоже есть своя коллекция, об этом чуть позже поговорим. Но смысл в том, что чем ты рискуешь? Ты рискуешь там $3, но при этом можешь получить $3000. Ну, типа, да пофиг на эти $3, я зайду и поиграю в эту игру, почему бы нет, да. В этом весь смысл. Конечно же, есть тут там всякие реферальные системы, но ладно, об этом мы чуть попозже поговорим. Собственно, Dagon — это вот такая, как я уже говорил, мемно-ориентированная игра, которую вот шили у нас не особо, больше любят эту тему азиаты. У них она прям супер популярна, и большинство, именно, по-моему, самый популярный контингент здесь именно азиаты играют в эту тему. Но, короче, смысл в чем? Смысл в том, что это нельзя скипать, потому что, ну, халява тупо знатная. Особенно если там прогнать какие-то фермы. Но это уже ладно, об этом я не буду. То есть, если там посмотреть, я уже тоже тут законнектил, там поменял монетки. Пока игра не стартанула, она начнется, старт ее планируется на 21-е, да, то есть сейчас 17-е число. Ну, когда я записываю это видео, выпущу, то, наверное, его чуть попозже. Ну, короче, старт 21-го, и я прямо советую в эту тему залететь, потому что по факту мы ничем не рискуем, но при этом можем нехило так приумножиться и
познать дзен. Еще из интересного то, что в прошлый раз не было листинга токена, сейчас можно будет еще этот токен, не только его как бы внутри игры им взаимодействовать, а уже можно будет на бирже им торговать. То есть BitGet, они с ними, так сказать, заколабили, и будет листинг, собственно, на вот этой вот площадке BitGet, где можно будет торговать этими токенами. Пока, конечно, непонятно, что там будет по ценам и так далее, потому что, ну, вот у меня, типа, там 9, это, по-моему, миллионов или сколько-то этих Dagen токенов, но потратил я на это $3. То есть, ну, это на самом деле-то и не важно. То есть смысл в том, что у нее уже будет какой-то реальный оборот, можно будет на бирже ими торговать или, опять же, играть в самой игре, там, да, какие-то перки себе покупать и всякое такое. Собственно, вот это билетики на джекпот. Ладно, посмотрим, наверное, на саму игру. То есть сама игра, на самом деле, супер простенькая, просто сейчас уже, ну, сейчас в нее уже не поиграть, и во втором реборне уже будут, ну, больше всяких приколов добавлено в игру. Но на самом деле она супер простая, то есть если посмотрим... Звук я, наверное, off, но то есть ты просто коннектишь там свой кошель. Здесь, я так понимаю, выбираешь там, сколько у тебя будет талантов, какие-то атрибуты. И тоже это все в этих токенах. То есть оп-оп, выбрал, прикупил там, транзу подтвердил, все окей. Дальше тут ты дровываешь таланты, можно взять рандомные. Ну, то есть они тоже какие-то мемные. Понятно, что нужно знать там минимально английский язык. И да, на самом деле, если ты даже и не шаришь за это, типа, это же тебе сложно нажать кнопку рандома, правильно? Ну, таланты тоже непонятно, да? Типа, не хейте меня, потому что я красавчик, да? То есть, возможно, какие-то высказывания каких-то топовых типов из Твиттера там или еще что-то. Ну, у нас как бы я не думаю, что это как-то супер актуально, но кто-то, возможно, следит за всем прям вот этим. Но я вот... Честно говоря, половину вообще не шарю за, про что и где. Ну, то есть, как мы видим, выбрали пару перков. Здесь, собственно, зарандомил он себе атрибуты. И все, начинается игра. То есть мы видим там интеллект, там еще какие-то перки. Состояние, я так понимаю, это какая-то духовность или что это. Короче, вот ты родился, получил такие-то плюсики-минусы и потом живешь. Тебе там подарили то какой-то крестик, и тут начинается, да, то есть в 4 года у тебя умер отец, решил ливнуть из этой катки, так сказать, потом у тебя умерла бабушка, грустная какая-то игра на самом деле. Ну, короче, начинается вот такая игра, и ты просто на автомате смотришь, что смысл в том, что игра генерирует, то есть у них подключен AI, который генерирует всю вот эту вот историю, да, как бы вся игра построена на... виртуальном вот этом интеллекте, который сейчас, собственно, хайпит, и даже если мы там посмотрим у их твиттера, они тут, типа, поддерживают вот этот чат GPT, вот это вот все, да, GPT, не знаю, как там правильно. Короче, у них все это вот на нем построено, и, то есть, он выдает каждый раз какие-то рандомные темы, то есть, как вы проживаете там свою жизнь, ну, и по факту... То есть вот тебе там уже 49, ты там научился тому-сему. Ну и вот в 51 мы, собственно, умерли, да? Мы там шли по улице, и вдруг случился какой-то эфирный бум. И что-то упало из окна прям тебе на голову, и, собственно, ты умер. Тут сразу какие-то мемы еще можно посмотреть. Ну, собственно, СТЗ там и так далее. То есть... По факту такая рандомно генерируемая штука, которая... И ты можешь посмотреть там, да, вот, собственно, вот это огромное дело с FTX, которое было, тут тоже рассматривается. Ну и в конце, то есть, когда ты уже там прожил эту жизнь в этой, внутри этой игры, у тебя появляется лидерборд. То есть, сколько ты там получил этих монет, сколько ты за то, что прожил, получил какой-то скор, да, который учитывается в лидербордах. Сколько награды ты получил за вот эту жизнь. Ты каждый раз можешь, типа, новую там начать. Что у тебя по статам появилось. Ты можешь это все запостить. За это тоже получить какие-то там награды. То, что ты шеришь их проект, да. Потом ты можешь какую-то, типа, дань отдавать другим игрокам в лидерборде. Тем самым их, типа, повышая. И потом это как-то тебе там возвращается. То есть... Такая она, знаете, игра вроде текстовая, как будто какие-то старые текстовые RPG-шки, или, знаете, когда было очень одно время популярно, где-то там в 2000-х, наверное, такие игры, симулятор программиста, там симулятор бомжа, то есть, ну, какая-то такая вот история, ну, что-то похоже на симулятор бомжа, но тем не менее.
То есть, кто играл в свое время там еще на каких-нибудь Windows 98, была супер популярна эта история, особенно вот именно какие-то симуляторы программиста, где-то тоже там выпускал какую-то там или какой-то симулятор игр, типа там делал какую-то игру, рандомные вещи происходили. Здесь что-то похожее, то есть, да, только уже в новом уровне, и все это подвязано криптой. Короче, на самом деле, интересная штука. Кто-то, вон, мы как видим, там вообще доживает, да, вот, собственно, награды какие-то, да. Если вы поделились, да, то можете получить какие-то халявные там монетки. Это все тоже супер здорово. На самом деле, я думаю, что с игрой разбираться, ну, разобраться достаточно просто. И вот здесь самое интересное. Это вот эти джекпоты, где мы можем получать вот эти билетики. И если они выпадают, мы будем получать аирдропы. Причем, которые могут быть нехилые. Такие, видите, тут типа... Первый сезон там 29 тысяч было разыграно, уже 25 было разыграно. Но, насколько я знаю по статье, они реально раздали порядка 30 тысяч долларов чисто вот за счет вот этой всей темы. Ну и, конечно, есть рефералка. Куда же без нее? Я, кстати, ее оставлю, можете зайти, там зарегаться под меня, может быть, что-нибудь нам общее и дадут. Я, как обычно, если что, в телеграм-канале Гугоцов встретимся, я, может быть, что-нибудь даже и разыграю. То есть какие-то дейлики есть, видите, где можно просто делиться новостями, и вам тоже за это будут давать монетки, а потом уже эти монетки вы будете забирать или выводить на BitGet, и там уже ими трейдить, да, то есть можно будет уже обменять на что-то другое, типа там USDC и так далее, то есть, ну, или на BNB. Короче, смысл в том, что на халяву можно будет, ну, как почти на халяву можно будет фармить эти монеты, и нехил так приумножится. Если еще тут какой-то аирдроп там поймаешь, то вообще типа кайф. Потому что я реально знаю челов, которые, ну, заходили просто с $3, а получали там по 3000. То есть, ну, это реально жестко. Это реально жестко. Что еще из интересного можно тут рассказать? На самом деле, тут тоже можно посмотреть, собственно, джекпоты, вот какие-то выигрышные билеты, которые, собственно, победили. Ну и вот еще, да, каждый день, да, в лидерборде топ-10 будут получать тоже какие-то, собственно, монеты. Что вот эти, что, собственно, Dagon монеты, что какие-то прям BNB-шные дропы будет, да, то есть 2% от джекпота пойдут топ-10 игрокам в лидерборде. То есть это тоже, ну, понятно, что на них, конечно, среди всех вот этих вот акул, так сказать, претендовать, ну, не то чтобы прям стоит, но, может быть, какие-то рандомные там и залетят какие-то копеечки, да. Почему, собственно-то, и нет. Смысл в том, что... Ну, смысл в том, что я не понимаю, почему у нас это не шарит, потому что, ну, мне кажется, просто чуваки еще не разобрались, да? И я поэтому решил одним из первых это, собственно, записать. Но теперь поговорим, кто же стоит, да, там за спиной. На самом деле, большую часть делают ребята из P12. Кто не шарит, это просто шараут ребятам из P12, потому что я с ними давно знаком. Это реально крутые ребятки, которые делали большой ивент там по Доте, по Интернешнлу. Еще у них там крутой ивент, где они раздают NFT-шки. У них тоже там когда-то уже должен этот токен залиститься. У меня даже вот, собственно, шараут ребятам из P12. Я их прям поддерживаю вообще всеми возможными, так сказать, способами, потому что, ну, они реально крутые. Но это не все. У них также партнерство с Киберконнектом, а это тоже серьезные ребята, с Галксой. Ну, это, ну, тут вообще, наверное, нечего говорить. Ну и RSM тоже. То есть не последние ребята, как бы у нас в чатах именно в Гугоцах их не хейтили, но тем не менее, то есть все равно ребята, которые хорошо делают свою работу и даже кто-то до сих пор там что-то зарабатывает в их проектах. Вера в проект есть огромная. И, во-первых, за ними следят достаточно большие ребята. То есть даже если вот мы посмотрим, там 3 часа назад это, видимо, какая-то АМА была или типа того, с Киберконнектом. Тут 329 тысяч подписчиков. Ну, у них у самих тоже как бы тут 65к. Достаточно много. Также они с Link3 сотрудничают. Ну и подписаны на них тут тоже всякие Еха, Project 12. Мои ребятки, элементы NFT Market, старый NIFT, это тоже, собственно, AI ребятки делают. Ну, это только те, на которых я подписан, да. Тоже какой-то NFT клуб, тут все дела. Но на самом деле за ними следят вообще прям все, потому что, ну, все такие прям серьезные ребята и поддерживают, и коллабят с ними. Единственное, у нас вот как-то не особо... Ну, то есть были единицы, как я уже говорил, там Криптон что-то про них писал в свое время.
именно в первый круг. Ну и другие паблики там по обузам, как выносили там по 30, по 50 там, типа, баксов с этой всей истории, вложив типа там $3 вложи, получи 30 типа там за день. То есть я обузили эту тему очень сильно. Про BitGet я рассказал, да, то есть что будет лист у них. Не то чтобы прям самая лучшая какая-то биржа, но не то чтобы и самая худшая. Такая типа средняя пойдет, можно зарегаться, плюс получить какой-то дроп за это. То есть, если вы сейчас зарегаетесь, то тоже за это что-то вам должны дать. То есть, если вы, да, по их партнерке типа регаетесь, можно указать ваш BitID и потом получить airdrop за это. Непонятно, есть ли какие-то условия из разряда, нужно ли какие-то обороты делать или еще что-то, но, короче, лишним не будет. Если лететь в Dagon, то обязательно, то есть, заходите и тоже регаетесь в BitGet, потому что за это, ну, скорее всего, какая-то локация, да, то есть тут написано, что есть какие-то награды будут в Дегоне и в USDT, шанс на получение NFT-шек, то есть заходим, регаемся в битгете, указываем там свою эту самую, и потом уже играем, собственно, в игру. На самом деле, у всех этих зарубежных проектов огромный показатель — это их Twitter, то есть кто на них подписан, кто за ними следит, с кем они вообще коннектят, да, то есть киберконнект — это уже как бы супер показатель, это прям, ну, одни из вообще монстрил своего дела, но они тоже постоянно постят какие-то мемы. Ну и во второй части вот этого реборна будет много всяких обновлений, то есть, возможно, подкрутят этот AI, там будут какие-то рандомные уже больше решений. Еще из прикольного, что есть про Dagon Reborn, это, естественно, то, что про них писал Bloomberg, ну, это такой тоже супер популярный сайт, ну, понятно, не у нас, а за рубежом. Тоже есть статейка. Ну, понятно, что это все покупается, типа, но все равно. Типа, если бы это был бы скам, да, то слишком много, слишком запарно. То есть строить коннекты со всеми этими огромными компаниями, да, и потом как-то пытаться это заскамить. Да и с другой стороны, как тебя заскамят, если ты же, ну, типа, рискуешь $3? Ну, это, по-моему, херня полная. Типа, на этом как-то бабки не заработать. Дальше у нас еще про хакатоны я хотел поговорить, потому что Dagon участвует в хакатоне Mask Network, да, то есть это тоже тут как бы не последние ребята, они выиграли его, кстати, были в призовых, ну не то, что выиграли, а типа участвовали, и их отметили у себя ребята из Mask Network, Beedlebox, я не знаю, кто это такие, но они тут заняли 7-е место тоже, собственно, в хакатоне вот этом. Ну, хакатон — это, то есть, места, где, собственно, чуваки презентуют какие-то свои новые проекты и бла-бла-бла, за них там, собственно, всякие дядьки голосуют, то есть, да, ну, это такой, знаете, типа, они получают какое-то финансирование от других компаний, то есть какая-то такая штука. Тоже, на самом деле, хороший показатель, потому что, ну, когда какая-то там скамная компания нигде не участвует, да, эти ребята пытаются влезть куда, ну, какие-то крупные штуки, коллабить с крупными ребятами, и, соответственно, ну, крупные чуваки тоже не глупые, они не будут со всеми подряд коллабить. Они видят такие, ага, какой-то типа скам-проект, естественно, они не будут с ними работать, потому что там ноунеймы и так далее. А здесь типа полкоманды — это, во-первых, P12 ребята, там плюс еще какие-то другие, про которых, ну, я особо ничего не знаю. Но мне хватает того, что типа за проектом стоят P12, которые реально круто делают, и у них супер много успешных каких-то коллаб, каких-то проектов. Дальше есть белая бумага, но я ненавижу разбирать белые бумаги. Если вам прям супер это важно, да, то могу вам оставить в описании, посмотрите просто, что тут и как тут работает, потому что, ну, здесь есть у нас, собственно, какая-то схема, как оно все происходит, но разбираться в ней, честно говоря, прям впадлу. Прям реально впадлу, потому что и так, собственно, понятно, что к чему идет. Собственно, ждем запуска 21 апреля. Будет интересно посмотреть. Я, скорее всего, это все тоже буду постить у себя в телеграм-канале, поэтому заходите, подписывайтесь. Ну и если подведем итоги, то на самом деле, ну, я всегда оцениваю какие-то риски, да, потому что, ну, крипта — это всегда какой-то риск, да, особенно когда это не free-to-play вход, да, то есть тебе все равно какую-то копейку придется там заплатить, хоть и недорого, да, там 3 бакса вход, ну, это прям смешно. Но у меня есть какая-то вера в этот проект, слишком уж сильные ребята их поддерживают и слишком хорошие, типа, типы стоят за спиной этого проекта. Там даже если ты просто, типа, залутаешь какие-то монетки, да, и ты можешь их поставить на стейк, потом их вывести в BitGet, поменять на какую-то нормальную крипто, поменять на какую-то криптовалюту, да, и все это,
Ну и все это, типа, подкреплено крутыми ребятами, крутыми партнерствами. Я забыл одну вещь упомянуть. Это их коллекция Dagon 2009, да. Есть она на OpenSea с неплохим total value 47 эфиров. С флором тоже неплохим, 0.2. Насколько я знаю, минтились они, по-моему, как раз-таки по 0.2. Но флор сейчас 0.2.2, и это хорошо, потому что прошло уже огромное количество времени, и флор не просел, значит, людям интересен проект. Хотя овнеров не так уж и много, да, там всего лишь 875. Но это все равно неплохо. Но опять же, это, видите, какие-то картонки с чуваками и скрипты, какими-то NFT-коллекциями и скрипты, да. То есть даже если мы там какие-то активности посмотрим, то есть, ну да, если посмотреть, есть какие-то продажи по 400, по 600 бачей, по 400. То есть и буквально каждый день есть какие-то сейлы. Ну вот, конечно, их немного, типа 2 там, 7 штук продали. Но тем не менее, то есть все равно норм. Тут вот, например, 2.5 уже флор были проданы, причем это Аврага. Вот здесь кто-то за 0.3 продал одну буквально вчера. Сегодня тоже продан, то есть какой-то актив есть, люди интересуются, и продаж, ну, достаточно реально много, то есть кому-то это реально интересно, я думаю, что нашим тоже будет интересно. Но, кстати, так-то их всего supply 1985, да, это по 2 NFT-шки типа на человека, да, на минтеле примерно. То есть это тоже важно, что у проекта есть уже какая-то своя коллекция с флором. Причем флор реально неплохой. Ну, 0.2 эфира, это сейчас 470 баксов. То есть это реально хороший показатель. Все сходится к тому, что проект реально неплохой. Можно ему доверять. Понятно, что заливаться в него, наверное, не стоит. Потому что, ну, всегда есть риски. Но типа, камон, $3? Серьезно? Типа, то ради чего точно не стоит беспокоиться, да, там. Ну, понятно, что не один раз будешь там заходить, два раза. Но даже если там потратишь 20 баксов, но при этом у тебя будет шанс условно получить там типа 2000 баксов, то почему бы-то и нет, да. Особенно тут всякие дропы намечаются, какую-то аллокацию можно получить в бидгете. Еще хрен знает, сколько он будет стоить в итоге на торговке. Черт его знает, потому что они также дружат, например, со Space ID. Они вообще, ну, типа, со всякими топовыми проектами коллабят и работают, их знают, и у нас прям, ну, вообще про них никто не рассказывает. То есть реально единицы и как-то... Ну, потому что я думаю, что, скорее всего, это связано с визуалом. Потому что, ну, какие-то мемы, ориентированные на западную... Ну, кто вообще следит за какими-то вот этими терками в Твиттере, да? То есть, потому что у нас Твиттер тупо в бане. Поэтому я думаю, что это связано, скорее всего, с этим. Кто собирается влетать, буду рад, если зайдете по моей ссылочке, да? То есть, заходите, регайтесь. Ну, я отчетики какие-то буду, конечно, в своем паблике постить. Заходите, подписывайтесь. Мы сейчас немножко переквалифицировались. У нас теперь больше инфы про NFT. Там про игры все так же осталось. И... Собственно, будем рады всем. Гугоц, вперед. У нас там как раз розыгрыш еще стартанул. Может быть, мы что-нибудь и с Дэгонами разыграем. А почему нет? Если у вас если вы какой-то актив проявите, то, может быть, я и договорюсь. Потому что ребятки из P12 щедры, так сказать, могут подогнать и нам каких-то дропов. Все, ребят, спасибо за просмотр. Удачи. Увидимся еще в следующих видосах. Реально советую, прикольная тема. Только единственное, наверное, ну, не стоит и как бы заливаться. Всегда держите в голове то, что есть какой-то 1%. Ну, вы поняли, да. В FTX тоже как бы не все это самое верили. Ладно, если что-то не поняли, можете в комментариях написать. Я попытаюсь ответить, если у меня будет ответ на этот вопрос. Все, ба-ба.